Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации с посланием, касающимся ситуации в Нагорном Карабахе. Основные тезисы его обращения. Азербайджан отрицает какое-либо право армян Нагорного Карабаха распоряжаться своей судьбой. Азербайджан требует вывода армянских сил из 5 районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, потом еще из 2, а потом из самого Карабаха, в границах советской НКО. Гарантии безопасности для населения Карабаха ясны и видны по тому, как и какие военные действия Азербайджан ведет сейчас. «Все наши потери на фронте – это мои потери, потери моей семьи. Я обязан говорить даже горькую правду народу, в отличие от Алиева, который скрывает от своего общества многотысячные потери в живой силе». Азербайджанская армия оказалась неспособна решить конфликт военным путем. Турция решила, что теперь она должна заниматься карабахским вопросом. Последствия этого мы и весь мир видят сегодня. Сегодня армяне сплочены как никогда. Сотни тысяч армян сегодня оказывают финансовую, экономическую, медийную и политическую помощь Армении и Арцаху. В сотнях общин диаспоры наши соотечественники проводят мирные митинги солидарности, протеста и поддержки. На повестке дня стоят два вопроса – международное признание независимости Арцаха и осуждение турецко-азербайджанской террористической агрессии. Хочу особую благодарность выразить президенту России Владимиру Путину, с которым в эти дни были интенсивные контакты. Россия смогла на высоком уровне выполнить роль стратегического союзника и посредника. Это сделано во благо и во имя сохранения лучших традиций армяно-российской дружбы. Почему же Армения пока не признает независимость Арцаха? На этот вопрос ответил президент Армении Армен Саркисян. Есть только один путь воздействия на президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в вопросе Нагорного Карабаха – вовлечение в конфликт третьих-четвертых сторон. Однако это может усилить эскалацию, поэтому Армения в этом вопросе проявляет большую осторожность. Об этом сказал президент Армении Армен Саркисян в интервью немецкому таблоиду Bild. Он отметил, что Армения по той же причине даже в дни широкомасштабной войны не признала независимость Арцаха. Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, чтобы не нарушить процесс мирных переговоров, сказал президент. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что начиная с воскресенья Тегеран сможет продавать оружие кому захочет и покупать оружие у кого захочет. «Россия никогда не рассматривала Турцию в качестве своего стратегического союзника», сказал в среду в интервью российским радиостанциям министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Россия считает, что было бы совершенно правильным размещение российских военных наблюдателей, но окончательное решение должно быть за сторонами конфликта», сказал Сергей Лавров. Участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху с учетом поддержки позиции Азербайджана не будет способствовать мирному урегулированию. Напротив, Анкара может обострить ситуацию. Об этом заявил в среду РИА Новости российский дипломат, глава Международного комитета Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев. «Наши бойцы уничтожили более 60 азеро-турецких террористов в результате маленького тактического маневра. Барс Медиа предоставила эксклюзивные кадры с северной границы Арцаха. Армянские военные за 3-5 минут боев уничтожили 60-62 бойцов вооруженных сил Азербайджана, среди которых в том числе турки и наемники. Они также взяли двух пленных, которые рассказали про участие турок и наемников в войне против армян. В этом бою у армянской стороны всего одна потеря. Уничтожение противника стало возможным в результате тактического отступления армянских сил». Вооруженные силы Азербайджана 14 октября нанесли удары по военной технике, которая использовалась в ходе боевого дежурства на территории Республики Армения возле Каравачара. Подтверждая, что до сих пор с территории Армении никакая ракета, снаряд или пуля не была выпущена в направлении Азербайджана, Минобороны Армении заявляет, что отныне вооруженные силы страны берут на себя право, исходя из этой логики, взять под прицел любой военный объект или военную технику, находящийся на территории Азербайджана. Руководство Азербайджана несет полную ответственность за изменение зоны боевых действий. Российские военные проверяют появившуюся в среду информацию об уничтожении одного из объектов в Армении, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами, передает РИА Новости.